Эй, совсем тебя не понял. Ты что так себя ведешь? Что, маска слетела, да? Эй, я на тебя чихать хотел, Ты давай не смотри, что я худой и кашлю. Не температур туда, а? Ты давай не потей здесь. Ты на кого имбирь крошишь, Ты слышишь, я тебе сейчас банки на больничный отправлю. Эй, я твой махрот наоборот, понял, Нет, ты чё, ё-моё? Ты давай свой базар дезинфицируй. Не болей, а? Ты иди лечись, понял? Шить скоро, Все, давай после карантина разберемся. Разберемся, давай. Базара нет! Салам алейкум. Ох, ё-моё, 3000 тенге? 800 тенге, что ли? Поставщики поднимают цену, чё? Мама, чё такое вот это вот 5000 тенге? Это же 900 стоило. Ох, имбирь? Сколько? Ё-моё. Так, чё будете брать? Давайте мне пол картошки. Ага. 17 крупинок гречки. 17, да? 17 крупинок риса. Лимон понюхать почём? Глубокий вдох или как? Глубокий вдох, да. Вот, возьми. 100 тенге. 100 тенге? Посчитайте. Общий 32 тысячи тенге будет. У меня наличных нет, я вам на Каспи отправлю. Номер скажите. Вот цена имбиря, это есть Каспи номер. Чё там, хлеб, антисептик, туалетная бумага, чё надо? Говори. Можно я в магазин зайду и чё-нибудь чаю сам выберу? Не надо вот на печенье свои вирусы оставлять, не надо. Это небезопасно, знаешь, да? Смотри, иди сюда. Вот ты вот сейчас один заходишь, да, один заходишь, заражаешь за 5 дней 2,5 человека минимум. Потом за 30 дней 406 зараженных людей. Ты понимаешь, это небезопасно. Не, это, конечно, хорошо, что вы за безопасность и туда-сюда, но вы алкоголь продаете? Да. Вот смотрите, один человек продаете алкоголь. За 5 дней у вас минимум 2,5 человека покупает. За 30 дней у вас 406 человек алкоголь покупает. А таких, как вы, продавцов алкоголя, 1000 человек. 1000 умножаем на 406. 406 тысяч человек употребляют алкоголь, понимаете? А это 1000 смертей, 1000 ДТП, 1000 разведенных семей. Почему вы с этим так не боретесь? Ладно, заходи, заходи. Пап, можно надеть одну маску? И хайда маски, это для гостей все. Если останется, оденешься. Хорошо? Иди, для гостей. Коронавирус! Солгой, братан, по чуть-чуть, но кормдык тоже. Все с новой тачкой, братан. О, базажок тачки на туре, да, брат. Ча, у меня тоже кормдык, подожди сейчас. Так, где это деньги были мне? Так, где-то же 500 тенге было же в кармане, где 500 тенге, а? Лишь бы десятку не вытащит, А, вот, брат, вот. Ушел. Возьми, брат. О, брат, Рахмет. Когда еще дорогу закрывали из-за мороза, из-за бурана. Помните? Кафешки местные, чайник чай по 5 тысяч продавали. Да. Обычным людям, понимаете, опять на обедах других зарабатываем. Гони в этом. Это долго можно обсуждать, нас так дофига кто делает. Ладно, для чего собрал нас? Я собрал вам достать движение есть. Что-то? Маски, знаете, маски? У тебя вообще нет уже маски. А у меня 10 тысяч маски есть, прикинь. Да, ну, по 30 тенге нашел, кажется. Можно продать по 500 тенге. Вот такие движения, кайф будет. Нормально. Какой нормальный, гонишь что ли? Ты что, пацаны, ё-моё? Сами только что случай рассказываете, что люди на бедах зарабатывают. Ты же не по-человечески 500 тенге, ё-моё. Что делать? Давай по 700 хотя бы. А, по 700? Да? Да, давай, нормально по 700. Короче, ещё картошка есть. Да? Правый быстро постановись. Кому говорит правый быстро? Правый быстро! Ну что, двойной сплошной, знаешь, да? Лишение это, блин, лишение. Ага, я понимаю, да, там? Сейчас взятки не берете туда-сюда. Но можете отблагодариваться, вы меня отпустите. У меня маски есть, хорошие от вирусов. Не надо, я вчера одного главврача поймал. Этих масок, знаешь, у меня валом. Ой, ага. У меня не такие маски обычные. У меня суперские, необычные маски. От любого вируса, ага. Даже от сглаза, от костью, от всего защищает. Что за такие маски? Сейчас. О, ага, вам к лицу же есть. Вообще, как будто родились с ней. Идет, да? Вообще к лицу. Ну понимаешь, у тебя все равно двойной сплошной там, это лишение же. У меня там шеф сидит. Ну для вашего шефа у меня есть импортные маски. Вообще классные. Смотрите, резинка прочная. Как раз они сейчас подорожали. О, нормально. Да? Все. Хорошая маска. Давай, нарушаем. На данный момент в нашем холдинге есть несколько направлений бизнеса. Это собственный гостиничный бизнес, туристический бизнес, логистический бизнес, а также несколько заводов по производству. Чё, брат, такси заказывал? Такси, да? Яндекс такси, 18 тысяч, да? Блин, поехали, поехали, поехали. Ага, не бейте, пожалуйста. Будем бить. Мы же не такие. Мы же вас любим.
мы же вас ценим, мы же один народ. Мы же сказали вам, вот дома сядьте, пожалуйста, вот посидите дома, не выходите. Айна Алайн, кельш, мы же вас любим, а? Ну, пожалуйста, сядьте дома, хорошо? Посидите дома. Ага, спасибо, что вы по-доброму объяснили, по-человечески. Только еще раз из дома выйти. Что сделаете? Сюда иди. Все, ага, понял. Я больше не выйду. Обещаю вам. И даже если карантин закончится, я больше не буду выходить. И нарушать не буду. Только больше не облизывайте ухо, пожалуйста. Ладно. Карантин! Че, планы какие? Да я сейчас это... К Аскару поеду. Аскару? Да, поеду. Это мы, Жумабай, что ли? Да. Гонишь, что ли? Ты че с ним? Не встречайся, братан. В смысле? Ты че, за него не слышал, что ли? Он по рукам пошел, братан. В смысле по рукам пошел? И он со всеми вот так налево-направо жизнь здоровается с кем? Со всеми ходит. С иностранцами, со всеми налево-направо здоровается. Братан. Прямо здоровается, что ли? Здоровается, еще не предохраняется, братан. Без перчаток же есть, антисептик не делает, брат. Да, ты че? Да, ты че? Я чуть не поехал к нему, прикинь. Не, нет, к нему, ты че? Он вообще, за него сейчас этот... Он вчера вообще с одними, прикинь, с двумя одновременно поздоровался, вот так вот. Да ты че, ё-моё. А по всем, братан. Хорошо, что предупредил его. Конечно, ты че? Ладно, давай, чай, пацаны, подруги. Алло, Мир, слушай, выручи, а займи денег. А сколько надо? Ну, где-то 42 500 тенге. Тут одни ребята серьезные должны мне деньги поставить. Я тебе сразу потом отдам. А точно они тебе дадут, да? Нормально, пацаны? Да, конечно, ты чё, это серьезные люди. Сказали, сделают. Все, хорошо, дам 42 500, да? Все. Спасибо за понимание, давай. Алло, брат, чё там по деньгам, чё ты так и не вернул? Слушай, Мир, чё-то эти ребята меня подводят, да? Завтраками кормят. Давай сделаем так. Я им скажу, этим людям, чтобы они сразу тебе на карту выслали. Только ты мне сначала ИН свой вышли и номер карты, ладно? И на днях они тебе деньги вышлют. А, все, хорошо, карточка ИН все отправлю. Давай, ага, жду. Все, спасибо за понимание. Давай, обнял. Алло, Ержик, слушай, можешь выручить, а? 42 тысячи 500 тенге. Ассаламу алейкум. Валикса. Посмотри, раз машина, а что это вообще машина? Барахтит, там пердит, чихает, вот так заводит, тык-тык-тык-тык-тык. Потом пах-пах-пах-пах по пути, вообще не ездит толком я. Ну все, ключи оставь, потом заберешь через пару часов. Вот, пожалуйста. Давай, ага. Все, хорошо, давай. Давай. Что, брат, сделали, да? Все сделали, да, на ключи. Да? А в чем причина была? Это коронавирус же. В смысле? Из-за коронавируса я тебе говорю, сейчас машина даже передается. Температура поднимается у тебя в машине, а у тебя потом радиатор сразу накрывается. Это первые признаки коронавируса. Вот одел маску, вылечил, сделал. У тебя этот, что там, в гараже еще другие машины рядом были? Да, были. Всех их сюда загоняют, ты что, пока не поздно? А, нет, да? Последние маски остались. Все, Ахмед, брат, Ахмед, давайте, не болейте. Ага, давайте. Все, давай, брат. Ее мать, видел, да? Видел, как пацаны прощаются, нормально. Они по-любому братские отношения у них, да? Да? Родные они, наверное. Ну, у нас тоже братские отношения, давай так же, да? Будем прощаться вообще. С универом мы, да? Ну, считаем. Здороваться так же в щечку, давай целовать, как все пацаны. Нет? Ну, давай. Давай. Сол. Ладно, я поехал тогда. Тоже? Мне да? Тоже ехать надо. Все, давай это. Да. Давай по-старому, а? Давай по-старому. Все, давай. Тем более коронавирус, да? Тем более, все, ну, давай, хорошо. Еще изо рта возьмем. Вот, у нас говорят, в Алмате якобы смог, якобы все болеют, якобы там ТЭЦ наш загрязняет воздух. Я сейчас скажу вам, это все это слухи. Это все слухи. Вот, например, мне 27 лет. Не знаю, все это слухи, все это. Я нормально живу, нормально в Алмате дышу. Так что всем добра, не болейте. Кошлер, кім бар? 77-ші, 64, кім бар? Е, чё там, не болды? 44, қалайсың? Имбир бар ма, имбир? Имбир бар, е, неге ауыстырасың? Лимон бар. Қайдағы лимон, керек емес жоқ. Ет бар, ет. Ет те жетеді. Е, басқа не керек саған? Так. Тарт. Давай, жібер. Абайда, тарт. Жақсы, алдың ба? Все, давай, хаваласасың ғой, дейші. Рахмет. Давай.